Давайте откроем пятый урок и поговорим про адреса и указатели. Мы, в принципе, завершили разговор о школьных алгоритмах, о синтаксисе языка C в рамках школьных алгоритмов. Но я хочу немножко ввести вас в взрослый разговор о программировании на C. Дело в том, что переменная представляет из себя, как я уже говорил, ячейку в памяти. Да, вот если я заведу какую-нибудь переменную и у нее есть какое-то место в памяти процесса, это место характеризуется адресом. Соответственно, у этой ячейки есть адрес. Да? Адрес этих нескольких байт, которые занимает переменная и, является числом. Понятно, да? То есть, соответственно, вот это имя и, оно соответствует некоторому адресу. Да? Оно эквивалентно некоторому адресу. В то же время этот адрес нам неизвестен. Мы, когда пишем программу, мы пользуемся символьным именем. Компилятор же, он использует и то, и другое. Он как раз связывает, да, имя переменной и адрес. Потому что на машинных кодах имен у переменных не существует. Только адреса, вот мы обращаемся к этим реальному адресу в памяти, как-то ее интерпретируем. Понятно? То есть есть реальный адрес. Адрес указывает на ячейку. А имя, когда я показывал, что имя переменной указывает на ячейку, это не совсем правда. Это наша человеческая логическая связка. Соответственно, за каждой реальной переменной, которую мы называем L-value, да, L-value, то есть та, в которую можно присваивать, та, за которой стоит реальная ячейка памяти. Да. Так вот, у нее есть адрес. Этот адрес можно узнать. Можно узнать этот адрес. Для этого в языке C есть вот такая вот инструкция, вот такая операция, унарная операция, ей не нужен никакой бинарный сюда напарник. Соответственно, я могу реально взять и получить вот это вот число. Какого типа будет это число? Вот эта штуковина, она имеет особенный тип. У нее тип, если i это int, например, ну, мне так удобно будет, да, то у нее будет тип int звездочка. Ну, чтобы было понятно, что эта звездочка является неотъемлемым именем этого типа, да, я в скобочки возьму. Не обязательно. Тип он и так. Вот он вот такой. Ну просто я подчеркну, да, что вот int вместе со звездочкой это тип этого адреса. Вопрос. А если адрес это число? Значит, это число можно сохранить. Правильно? То есть вот этот адрес можно положить в соответствующую переменную. Правда? Для этого мне достаточно создать таковую переменную. Int звездочка PI. Назову я такую переменную. Int звездочка PI. И положу туда адрес I. Ну, точка с запятой. Ну, я прям это при инициализации сделал. Это не имеет значения. Что это за переменная? Вот такая переменная адресного типа. Да, потому что это адресный тип. Адресный тип, да? А это, соответственно, переменная адресного типа, в которую мы адрес сохранили. Да? Так вот, эта переменная адресного типа называется указатель. Понятно? То есть у нее прям так и говорят, это указатель. А теперь смотрите. Фактически, если я говорю про то, что у меня появилась переменная адресного типа. Раз у меня есть переменная, да, то это что значит? Что есть ячейка, в которой хранится этот адрес. Ну, это какое-то число. Ну, я же не буду пытаться там нолики и единички. Я, знаете, я просто напишу сюда такую звездочку. Да, и покажу, что эта звездочка, она фактически указывает мне вот туда. То есть я взял вот этот адрес и сохранил его вот сюда. Да, и, соответственно, я могу, вот этот адрес, он характеризует мне местоположение вот этой ячейки, которая соответствует первой переменной, i. Понятно, да? А теперь давайте продолжим эту историю. Дело в том, что этот
Указатель, являясь переменной, сам имеет соответствующий ему адрес. Правда? А что, если я возьму адрес этого указателя? Адрес этой переменной. Почему же? Ну, он есть, этот адрес. Есть. Он реально вот как раз и отвечает за эту ячейку. На самом же деле имя просто связано с адресом. Значит, у этого значения, у вот этого числа, тоже будет адресный тип, но другой. У него будет тип int звездочка звездочка. Пусть вас не пугает. Ну, можно, приписывая к любому типу справа звездочку, мы получаем его адресный тип. То есть тип адреса на данную переменную. Поэтому у меня получается int звездочка звездочка. Ну, я назову такую переменную вот этого типа PPI, pointer pointer int, и положу ей вот это самое значение в качестве начального значения. Да? Понятна логика? То есть я что сделал? Я создал переменную PPI, да? То есть ячейку в памяти, да? Которая теперь содержит адрес, указывающий мне на что? Ну вот я взял вот этот вот адрес, да, и запихал его сюда. Он указывает мне на вот эту ячейку. Ясно, да? Вот такая вот интересная история. При этом у этого PPI, естественно, как у ячейки памяти, да, у нее тоже есть собственный адрес какой-то, да, некий адрес, который ей соответствует. Если я захочу, я могу создать ячейку PPP и, да, и так далее на самом деле. Да, я могу сколько угодно создавать таких ячеек и устраивать, соответственно, раскладывая вот так вот адреса, устраивать вот такое вот путешествие. Да? Ну, вопрос вот какой. Вот хорошо, создам я еще одну ячейку, да, int звездочка, 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 PPI, да, и положу туда адрес PPI. Ну, замечательно. А теперь вопрос. Допустим, у меня есть исходная переменная, да, которую я создаю int i. И там лежит какое-то значение. Ну, допустим, 10. Как мне добраться и достучаться до вот этого реального хранимого значения 10? Вот в этой переменной i. Как туда добраться? Значит, мне нужно, кроме операции взятия адреса, какая-то обратная операция. Я должен уметь воспользоваться вот этим вот хранимым адресом. Эта операция называется операция разыменования. И называется она звездочка. Обратите внимание. Во-первых, оно пишется через буковку «ы» по законам русского языка. Но это мелочи. Самое интересное, что вы должны уметь отличать вот эту звездочку и вот эту звездочку. Почему? Да потому что вот эта звездочка – это часть имени типа. И она используется там, где описывается тип переменной или параметра, передаваемого в функцию. Ну, в общем, везде, где написан тип, да, где мы говорим про тип, там используется вот такая звездочка. И хотя принято при описании указателя часто вот тут ставят пробел, а вот тут пробел не ставят. Ну, вот вы видите, вот здесь вот я прям сделал просто характерно, да, я именно так и сделал. Тем не менее, эти звездочки – это не разыменование, это просто часть имени типа, которая говорит о том, что здесь описывается адресный тип указателя на указатель на указатель на int. Понятно? А вот звездочка, которая является разыменованием, употребляется как операция. То есть я беру, например, и говорю, звездочка p и равно 20. Что я фактически сделал? Я использую вот эту ячейку
вот эту, значение адреса, хранящееся в ней. И этот адрес разыменовываю, то есть я прохожу по адресу. Таким образом, у меня возникает вот тут вот слева от присваивания вычисляемое L-value выражение. Оно вычисляется. Понятно? Причем вот эта операция, она такая, довольно-таки нетривиальная. Мне нужно реально взять и пройти по этому адресу. Ну и естественно, что в процессе попытки пройти по адресу бывают ошибки. Когда люди пытаются пройти по какому-то адресу, они могут обнаружить, что этого адреса не существует в реальности. Дело в том, что память процесса операционной системы виртуализирована. Это значит, что физические адреса не соответствуют тем адресам, которые видит наша программа, когда она, вот как вычислительный процесс, запускается. А операционная система, пользуясь контроллером памяти фактически, она все время сопоставляет, какой на самом деле физический адрес в памяти соответствует тому, который мы запрашиваем. Понятно? Так вот, пытаясь попасть в какую-то ячейку памяти, мы можем обнаружить, что, точнее не мы даже, да, операционная система обнаружит, что мы пытаемся попасть в какую-то не принадлежащую нам часть памяти, которая не принадлежит нашему виртуальному пространству. И это как раз та ситуация, когда операционная система бьет молотом по голове и снимает вычислительный процесс исполнения. До свидания. Segmentation fault. Понятно? Segmentation fault. Мы еще поговорим про ошибки работы с памятью. А сейчас давайте с вами посмотрим на вот эту операцию разыменования. Да, воспользуемся ей. Будет очень интересно. Итак, минуточку. Да, эти операции разыменования можно комбинировать. Делать сразу несколько разыменований подряд. Это очень здорово. Так, отлично. Ну что же. Вот мы с вами имеем простейшую программу в данный момент. Да, я в эту переменную и хочу положить десяточку. Дальше я создаю несколько переменных. Int звездочка p и, в которую кладу адрес i. Создаю переменную ppi, в которую кладу адрес pi. И создаю переменную 3 звездочки ppi, в которую кладу адрес ppi. Ну и давайте сейчас попробуем распечатать значение i. Пока что мы его не трогали нигде. Да? Процент %d i. Ну и перевод каретки. Итак. Вот я все подготовил. Да, у меня значение распечатывается. Так, мы должны увидеть сейчас 10. Ну вот мы видим 10. А теперь обратите внимание. Я беру и, не трогая переменную i, обращусь к переменной pi. Но с разыменованием. Я разыменовываю тот адрес, который лежит в указателе pi, и кладу туда 20. А распечатаю я после этого переменную i. Ай, 20. То есть я реально, не пользуясь именем i, добрался до ее памяти и прописал туда 20. Теперь я даже не буду пользоваться указателем pi, да, я буду писать pi. PPI, но я сделаю двойное разыменование. Фактически двойное разыменование означает разыменовать, а потом еще раз разыменовать, и вот тогда... Ну и, соответственно, я сейчас туда положу тридцатник, а распечатаю, собственно, по-прежнему переменную i. Переменную i, да? Так, что я вижу? 30. То есть я смог добраться до реальной памяти, которая стоит за вот этой переменной i, да? Добраться через вот этот указатель. На самом деле, вот эти скобки почти никогда не пишут. Есть редкая ситуация, когда их требуется записать, но чаще всего этого как раз не делают. Так, ну и что еще? Давайте последний сделаем еще, да, для демонстрации, что вот можно и 3 звездочки написать, но и, как это, можно лучше всего 5 звездочек. На самом деле, конечно, 5 звездочек уже трудно себе представить, чтобы это реально встретилось в программе. Но ситуация, когда встречаются 3 звездочки, еще вполне нормальная и разумная. Я не буду сейчас пояснять, но это... встречается в реальных программах. А 2 звездочки это вообще никаких проблем.
Итак, ну, значит, что я делаю? Я распечатываю переменную i в итоге, да, и могу посмотреть на результат. Ой, только я 30 туда кладу, надо 40-ник класть. Кладем туда 40, да, и смотрим на результат. Вот у меня 10, 20, 30, 40. Как видите, я благополучно добираюсь до данной ячейки памяти. Да? И получается, что имя переменной в языке C не единственный способ добраться к этой ячейке. Следующее, о чем мы должны с вами поговорить, это адресная арифметика. Дело в том, что разыменование это не единственное, что можно делать с адресами. Оказывается, при помощи арифметических операций мы можем вычислять адреса соседних ячеек. Давайте еще раз нарисуем пространство памяти процесса. И, допустим, у меня есть некий адрес. Сейчас неважно, константный это адрес, где-то он хранится. У меня есть некий адрес. Давайте я его назову буквой А. А, адрес. Да? Не буду создавать сейчас переменную для хранения этого адреса. Так вот, этот адрес у меня указывает на какую-то ячейку какого-то типа. Ну, допустим, что этот А имеет тип int звездочка, да? У него тип int звездочка. То есть, это означает, что он, указывая сюда, будет пытаться интерпретировать лежащее здесь как целое число. Понятна логика, да? Так вот. Я вот так в скобочки возьму, чтобы было понятно, к чему это относится. Дело в том, что я могу взять и спросить, а какой адрес вот этой ячейки? И окажется, что у нее адрес А плюс 1. Вот в чистом виде так можно написать. Что значит А плюс 1? Это значит, что я буду вот следующую ячейку рассматривать. При этом, естественно, что тип int, который подразумевается хранимым вот здесь, вот, да, он занимает не один байт, а несколько. Ну, вероятнее всего, 4 байта. Да? Соответственно, следующая ячейка, она находится на расстоянии плюс 4 байта. Понятно? Не плюс 1 байт, а плюс 4 байта. И для разных типов адресов операция плюс 1 будет приводить к смещению адреса на разное количество байт физическое, да? Но если бы произошло смещение на 1 байт, то произошло бы что-то ужасное, да? То есть я бы пытался, сместившись на 1 байт, интерпретировать, ну, как бы кусок памяти, который вообще-то не предполагался как отдельная ячейка, да? Поэтому адресная арифметика, позволяющая смещаться указателем вперед-назад на сколько-то ячеек, она именно гуляет по вот таким ячейкам. Очень интересно то, узнать теперь с вот этой позиции, очень интересно, что же такое массив. И вот оказывается, что массивов в чистом виде в языке C как бы и нет. Ну, ладно, я преувеличиваю. На самом деле массив это всего лишь константный адрес и выделенная память. Вот так вот. Сейчас поймете. Это константный адрес. Константный адрес, да? Плюс область памяти. Нужного размера, который мы попросили. Теперь давайте с вами увидим это. Увидим это. Я возьму сейчас и создам новый вариант программы. Вот. И в ней я создам массив. Массив А. Ну и, допустим, там будет 10 элементов. Я заранее разложу туда сами элементы, чтобы мы их видели. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. А теперь смотрите. Я воспользуюсь А как адресом. И разыменую его. То есть я поступлю сейчас с буковкой А не совсем обычным образом.
не с квадратными скобочками, а вот так вот. Звездочка А. И это в чистом виде операции разминования. Да? И хочу узнать, что же там лежит у меня. Да? Ну, я могу, не знаю, сделать вот так вот. Int x равно звездочка А. Создать переменную, в которую это дело положить. На самом деле можно было бы написать просто звездочка А сюда, но я хочу, чтобы вы увидели эту операцию отдельно. Да, ну что же? Что же мы видим в результате? Мы видим, что там лежит 1. А теперь смотрите. Я скажу, а давайте я разыменую адрес не А, а А плюс 1. Со смещением. Да, что у меня получается? Я вижу двоечку. Видите, да? А плюс 2, 3. То есть я понимаю, что оказывается вот эта штука, она дает мне нужный мне член, элемент этого массива. И можно даже выписать вот такую формулу. Посмотрите сюда. Можно выписать даже вот такую замечательную формулу. Я могу сказать, что А и ты... Это разыменование ячейки А плюс И. Это дает очень интересный эффект. Если мне нужен адрес итой ячейки массива, то я могу сказать, что адрес, да, А итой. Да, я могу так сказать. Но с другой стороны, я могу сказать, что это адрес чего? Вот этой ячейки. А тут наступает очень интересный момент. Дело в том, что адрес разыменованного P, да, он тождественно равен самому P. Дело в том, что операции взятия адреса и разыменования являются обратными друг к другу. Как возведение в квадрат и взятие корня. Понятно? То есть я разыменовываю адрес, а потом беру адрес разыменованного адреса. Ну, я получаю сам адрес. То есть получается, что амперсанд к вот этому делу, да, амперсанд сюда. Так вот, этот амперсанд с этой звездочкой просто взаимоуничтожается. Поэтому адрес этой ячейки массива я могу записывать просто как А плюс И. Ясно, в чем логика, да? Вот она, оказывается, какая есть фишка. Давайте посмотрим теперь, создадим временный, ну не временный, создадим указатель, короче говоря, в который я положу смещенный адрес массива. Int звездочка P. Да, и я туда кладу A плюс 5, например. Да? Так, ну я уже буду здесь просто разыменовывать p, прямо передавая его туда в функцию printf. Да, ведь разыменованный p как раз будет иметь тип int, да, как раз это будет ячейка по адресу p. Ну давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот мы видим шестерочку, да, это пятый, шестой, прошу прощения, элемент, да. У него как раз смещение, 5, потому что у первого элемента смещение 0. Между прочим, отсюда сразу становится понятна логика того, что у первого элемента массива индекс 0. Да потому что у него смещение 0 от начала массива, от начала этого участка памяти. В итоге, что мы получаем? Что я могу, во-первых, разыменовывать p. А могу ли я обратиться к p по индексу, как будто это массив? Но он же не массив, он же указатель у меня. Он указательного типа, да, адресного типа, int-звездочка. И тем не менее, так сделать можно. Он вернет то же самое, да. То есть я говорю, по этому адресу достань мне, по тому адресу, в котором ты находишься, без смещения. И он мне достает значение. А теперь посмотрите, я могу взять значение из минус первой ячейки. 5. Да, то есть я взял, у меня P указывает вот на эту ячейку, а я говорю ему из минус первой. Он шагнул в память рядом и взял оттуда пятерку. Благополучно. Понимаете, да? Вот такая вот штука оказывается. Что еще можно делать с указателями? Если мне достоверно известно, вот я создам еще один указатель, А плюс 7, например, да? Так вот, кроме того, что я могу гулять вот так вот по памяти, я могу, например, сравнивать друг с другом эти самые указатели. Ну, давайте вот здесь вот сделаю ту же распечаточку этого
звездочка А, например, да? Так, здесь я делаю два указателя. Так, и сравниваю. Так, я вот здесь вот сделаю раз, а теперь сделаю вот тут и сравню их друг с другом. Если у меня P больше, чем Q, да, то printf. Там P больше Q. А иначе, соответственно, ну иначе будет иначе. P меньше либо равно Q. Ну вот, собственно, оказывается, вот такая вот интересная история. Можно сравнивать друг с другом указатели. Но и это еще не все. Но не всякие указатели на самом деле можно сравнивать. Вот мы видим, что P меньше либо равно, чем Q. Да, понятно почему. Да, у меня Q больше. Вот оно A плюс 7. То он дальше по памяти находится. Больший адрес у него. Но оказывается, что я имею право еще и вычитать указатели. Однотипные, естественно. Однотипные указатели можно вычитать. Результат вычитания указателей — это целое число. P минус Q. И мы сюда напишем, соответственно, прям P минус Q. То есть я, вычитая два указателя, получаю не количество байт между этими двумя ячейками, а количество ячеек между ними. Ну, собственно, я понимаю, что там 7 и 5. И я фактически получу 2, да, 7 минус 5, то есть 2. Так, что там printf надо написать. Так. И на этом я вижу, что P минус Q равно минус 2. Ну, конечно, я же написал P минус Q. Ну, ладно, пускай будет так, как написано. Ну что же, на этом вы узнали о том, что такое адреса и указатели. Что массив на самом деле — это всего лишь адрес выделенного участка памяти нужного типа. Причем, ну, он константный, его нельзя изменить. А вот указатель как переменную, конечно, можно менять. Мы вот ей записали, ее можно там плюс-плюс сделать, например, да? Или плюс равно 5. Ее реально можно подвинуть, чтобы хранился другой адрес. Вот. Ну и вы увидели, что даже к указателю можно применить операцию квадратные скобочки. Что работает вот такая вот формула. Она работает. Удивительно. Так, переходим к следующему видео. Нам еще нужно поговорить про интерпретацию данных.